Всем привет, дорогие зрители! Нашел двухкомнатную дизайнерскую квартиру в проекте Екта-Ин. Находится она на среднем этаже проекта. Здание было сдано в эксплуатацию в 2020 году. Тут у нас открытый бассейн, открытая парковка снаружи, видеонаблюдение 7/24, охрана, консьерж, все присутствует. Здесь у нас генератор большой, парковочные места для мотоциклов. Ох, Ducati, baby. Так, здесь зона барбекю. Так, беседка, детская игровая площадка. Расстояние отсюда до моря отмерял по карте Google. Говорят, 400 метров, но отмерил где-то 570 метров до воды, 580 крайне. Потому что там повороты вот так. Светофор в той стороне. Вход. У всех карточка. С чипом открывается, закрывается. Вот сейчас меня не пропустит. Входим в здание. Красиво все, да. Здесь у нас санузлы. Не туда зашел. Санузлы. Так, видите, все с годами. Здесь игровая зона. Это детская игровая комната у нас в той стороне. Для детей попрыгать. Зона отдыха. Ничего не открывается. Так, здесь у нас сауна. Солевая комната есть. Так, откроем свет. Что нет, не работает, что ли? Магнитик завис. Вот у нас сауна. Работает все. Тут солевая какая-то комната, да. О. Солевая комната. Гималайская соль, что ли? Да, натуральная соль. А здесь у нас римская парная комната. Вот. Так. Идемте дальше. Здесь фитнес-салон. У него детская игровая комнатка такая вот. Айдат у этого проекта 50 евро. Если оплачивать годовой, то 40 евро. Вызовем лифт. Крытого бассейна у проекта нету. Вот такой большой один лифт. Вместимость 8 человек. Итак, мы поднялись на верхний этаж. Такие вот двери. Сразу у нас прихожая в гостиную комнату. Вот от застройщика Екта. Вот такая вот планировка. У них качественные проекты. Ну, то, что вот многих покупателей интересует именно прихожая. Сюда можно установить шкаф в эту сторону. Здесь у нас санузел.
большая душевая кабинка. Тут у нас спальня. Vestel инвертор, кондиционер. Угу. Так, балкончик. Один большой. Сторона южная. Вот там немножко я вижу море. Открытая парковка снаружи. В той стороне парк у нас. Можно застеклить, вот как сосед. И еще будет дополнительная комната, так как она большая. Здесь кто-то забыл. Здесь кондиционер фирмы GRI. Новая, вообще не открывалась. И гостиная, совмещенная с кухней. Vestel у нас индукционная плита, вытяжка. Духовка, стиральная машинка. Ну, все у нас Vestel, даже посудомойка. Новенький. Ну, все с доводчиками. Да, не открыл до конца. Вот такая квартирка. Цена, так как это застройщик фирмы Екта, цена у этой квартиры 87 тысяч евро, 1 плюс 1. Сами оцените. У меня есть и бюджетные варианты, и вот такой вариант проекции инфраструктурой. Выбирать вам. Пишите, звоните по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Плюс 90 555 064 91 10. Я снял эту квартиру в этом проекте, потому что был запрос именно на этот проект. Всем желаю благополучия в жизни. Всем пока-пока.